Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программы, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Thank you.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас замечательная тема для разговора. Это 1873 год, который стал знаменательным годом, ибо родил очень большое количество замечательных музыкантов. Это и композиторы, и пианисты, и исполнители, и вокалисты. И вы знаете, конечно, обо всех рассказать очень трудно. Мы сегодня как бы сфокусируемся, наше внимание будет уделено в основном двум крупнейшим фигурам. Это Сергей Васильевич Рахманинов и Федор Иванович Шаляпин, дружба которых знает многие годы, дружба которых действительно редкостная. Двух музыкантов, которые всю жизнь поддерживали друг друга, всю жизнь помогали друг другу. И это два великих человека. Сергей Васильевич Рахманинов, вы знаете, конечно, это великий композитор, пианист, дирижер и великий человек, потому что то, что дал миру Сергей Васильевич Рахманинов, это редкостный дар общения великой музыкой, которую он создал. Это великим искусством фортепианного исполнительства. Надо сказать, что и сейчас, в наш уже 21 век, очень мало можно назвать вот такого масштаба музыкантов, масштаба действительно фантастического, потому что Сергей Васильевич обладал удивительным даром слышать родное отечество, родную природу. Вот вы слышали сейчас звуки рахманиновских прелюдий, первые прелюдии. Это, вы знаете, вот мне представляется всегда, как будто бы вот я вижу бескрайние поля, и вот эта река, которая, извиваясь, течет, как говорится, вот в этих полях бесконечно. И вот бесконечно можно слушать эту музыку удивительную, потому что в этой музыке слились и красота русской поэзии, русской природы, вот эта красота музыкальной интонации, которая рождает эту великую музыку. В этой музыке слились все благородство, обаяние личности большого художника, личности, которая повлияла на многих-многих композиторов, и которая тоже в свое время была поддержана, очень поддержана великим Петром Ильичом Чайковским. Мы можем вспомнить, когда вот такой, так сказать, характерный штрих, когда Сергей Васильевич Рахманинов заканчивал Московскую консерваторию, и за 17 дней он создал великое свое одно произведение, это «Олега», оперу. За 17 дней надо было создать, написать партитур, написать клавир, переписать, создать партии, голоса переписать. Это же сколько это времени вообще, это почти сродни вот моцартовскому гению, потому что мы знаем, это был, как говорится, удивительный факт в истории музыкальной культуры Моцарт, когда создавал просто даже вот непонятно нашему сейчас времени, когда все быстро совершается, как можно было столько произведений написать, как написал, скажем, Моцарт за свои недолгие 36-35 лет фактически. А Сергей Васильевич в два раза больше прожил жизнь, как говорится, 70 лет, но немного не доживя до 70, до юбилея. Вот, но, тем не менее, такое количество такой замечательной музыки, которую Сергей Васильевич создал, украсил не только нашу музыкальную культуру, русский мелос, вот, который он прославил на весь мир, но и такой объем, огромный объем произведений, если учитывать то, что он не только был композитором, он не только создавал партитуры, а он был великим пианистом, он должен был свое мастерство точить каждый день, понимаете, вот учитывая то, что он занимался и концертной огромной деятельностью по всему миру, и иногда это количество концертов превышало вообще допустимые нормы.
потому что, как говорится, он давал каждый день концерты. Представляете, что такое каждый день два отделения или выступления с оркестром. Это мощное физическое, как говорится, напряжение. Помимо всего прочего, что это и мозговое напряжение, это и, конечно, невероятное здоровье надо иметь, чтобы совершать такие поездки. Но он совершал, и более того, он писал музыку. И вот когда Петр Ильич Чайковский услышал сочинение Рахманинова «Юного Олега», оперу, он сказал: «Да, это вот будет великий композитор, потому что я чувствую, что это очень большие потенциальные возможности у этого человека». И когда он уже по достижению года была опера поставлена и в Большом театре, и потом в Петербурге, то Петр Ильич подошел к нему и сказал: «Сергей Васильевич, вы не возражаете? Вот я только что написал оперу «Иоланта», она одноактная опера. И вы не возражаете, если мы поставили как бы вместе ваше «Олега» пойдет с моей «Иолантой». И Сергей Васильевич пишет, что такая честь, такое вообще, я обомлел, когда мне Петр Ильич об этом сказал. Это Петр Ильич тогда во славе, 53 года ему, а Сергею Васильевичу 19 лет. Юный композитор, восходящий, как говорится, вот на эту, как говорится, очень трудную лестницу бытия, и лестница, которая полна не роз, а как раз наоборот шипов. И вот, как говорится, восходя вот на эту лестницу, Петр Ильич его поддержал так. Это факт поразительный, конечно, но, правда, в те годы и в те века этот факт имел довольно частое место, потому что мы знаем, как и в свое время Роберт Шуман поддержал молодого начинающего композитора Иоганна Брамса, Иоганнеса Брамса, понимаете? И тоже, как говорится, очень большую роль сыграл в становлении этого композитора. То есть здесь много-много можно говорить и много примеров приводить, но действительно вот поддержка вовремя таланта начинающего разворачивать свои силы очень важна, очень важна. И Петр Ильич это сделал. И Сергей Васильевич, он действительно, питаясь корнями нашей почвы, вот этой замечательной, как говорится, земли, которая рождает многих великих и ученых, и музыкантов, вот он начал раскрывать свой талант. И это очень значительный период, тот, который он прошел вот этой жизни. А как, давайте вспомним, вот мы назвали оперу Сергея Васильевича Рахманинова «Олега». На какой сюжет написан? Кто скажет, вот эта опера? Да, Пушкин, конечно, Пушкин. Поэма «Цыганы». А если еще, может быть, кто-то знает в портфеле у Сергея Васильевича, в творческом портфеле, сюжеты пушкинские? Никто не припомнит. У него тоже есть еще одна опера, правда, не одна, но одна на Пушкина. «Скупой рыцарь», конечно, «Скупой рыцарь» – это вторая одноактная опера. Ну, а еще мы можем вспомнить, конечно, и третью его оперное достижение – «Франческо де Римини» опера. Но это уже по пятой песне великого итальянца Данте. Да? А вот я не зря спросила о Пушкине, потому что юный Сергей Васильевич Рахманинов обратился, вот заметьте, что именно не кому-то, не каким-то сюжетом, а именно пушкинским. Его поэма это потрясла. И Пушкин, его фигура величайшая, как вот на небосклоне нашего музыкального сияет Сергей Васильевич Рахманинов или Петр Ильич Чайковский, так на небосклоне поэзии русской Пушкин. И сейчас мы будем слушать, конечно же, Пушкина. И я приглашаю на сцену артиста Андрея Гетмана.
мы будем слушать отрывок из поэмы «В стихах» Евгения Онегина. Именины Татьяны. Но вот багряной рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передне толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. Своей супругою дородной приехал толстый Пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов считая, от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Семьей Панфила Харликова приехал и мюсье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне на голос знаемый детьми «Ревиеву бель ондерми». Меж ветких строчек альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явилась праха и смело вместо Бельнина поставил Бель Татьяна. И вот из ближнего посада созревших барышень кумир, уездных матушек отрада приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость да какая! Музыка будет полковая, полковник сам ее послал. Какая радость, будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Читой идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и крестясь толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют, со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушают, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленский входит, и с ним Онегин. Ах, творец, кричит хозяйка, наконец! Теснятся гости, всяк отводит, приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней на сильной лани. Она темнеющих очей не подымает, дышит бурно в ней страстный жар. Ей душно, дурно, она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть.
но воля и рассудка, власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Драги нервических явлений, девичьих обмороков, слез, давно терпеть не мог Евгений, довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы тонной заметит трепетный порыв, с досады взоры опустив. Надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений смятенье та не видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог. К несчастью пересоленный, да вот в бутылке засмоленной между жаркими блан-манже цимлянское несут уже, за ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей. Зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, Трике встает. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Трике, к ней обратясь листком в руке, запел фальшивя. Плески, клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великий, ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли приветы, поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость, в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен, от того ли, что он и вправду тронут был, или он кокетствуя шалил, невольно ли, или с доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Артист Андрей Гетман. А вот недаром звучал сейчас Пушкин. Мы, может быть, вспомним дату его рождения. Когда Александр Сергеевич родился? Да, а какого года? 1799, совершенно верно. А вот представьте себе, кто был его современником. 7 годами раньше, то есть в 1792 году, родился великий певец, но уже Италии. Тот композитор, который своим творчеством возжег такие искры творческие, таких замечательных певцов он смог своей музыкой зажечь,
что, конечно, его называли Соловей из Пезера. Не догадываетесь, кто это был? Великий Джоаккино Россини. Великий Джоаккино Россини. Да, родился он в маленьком городе итальянском Пезера. Был современником Пушкина. И, конечно же, мы все знаем его оперы, да? Ну, конечно, назовем «Севильский цирюльник», а еще какие, может быть, вспомним? «Сороковоровка», да, еще. Мы все знаем эти оперы. Они все идут, почти все идут. «Вильгельм Тель», «Золушка», «Итальянка в Алжире». Ну, многое можно перечислять, потому что ты великий творец был. Не случайно в конце жизни, но вообще он был великий творец, но еще у него была одна очень большая особенность. Он был достаточно плотного телосложения, потому что он любил поесть. И был превосходным кулинаром. Об этом рассказывали анекдоты, об этом написаны были книги. И очень любил смеяться в музыке. И очень любил общаться с слушателями. И очень любил приглашать на банкеты к себе, но это уже позже. Великий Россини, такая интереснейшая фигура в музыкальном небосклоне. И вот великий Россини в конце жизни пишет сочинение, которое очень редко звучит, а у нас есть возможность это услышать, для двух очень выразительных инструментов. И вы послушайте это сочинение и восхититесь, потому что это совершенно замечательная музыка, где каждый из партнеров, там два партнера, имеет свою роль. Это фактически театр. Театр для двух актеров, театр для двух музыкантов. Совершенно удивительными мелодиями, с развитием этих мелодий вы услышите дуэт. Я хочу пригласить на сцену, вот у нас гости, у нас очень интересные сегодня. Хочу пригласить на сцену заслуженного артиста России, лауреата многих международных конкурсов, виолончелиста Александра Загоринского. Просим. И хочу пригласить замечательного музыканта, солиста оркестра Большого театра Ярослава Лобова. Удивительный дуэт, который вы услышите, написан для виолончели и, конечно, знаете, контрабаса. Мы контрабас не всегда слышим в качестве солиста. Да? Он составляет основу какого оркестра? Кто скажет? Симфонического. Еще где есть контрабас? В каких оркестрах? Ну, конечно, камерных. Конечно, еще каких? Ну? Но джаз мы привыкли просто, когда джаз играет как бы ансамблевый инструмент, является контрабас. Нет, он и входит и в оркестр духовых инструментов. Духовой большой оркестр тоже имеет партию контрабаса. И там тоже музыкант-контрабасист участвует. Но вот в ансамблях он представлен очень часто. Контрабас, я имею в виду, и вплоть до Шуберта, как говорится, там написано очень интересное произведение с контрабасом, и у многих вообще. Но вот в таком качестве, когда контрабас выступает не только как ансамблист, но и солист, и как это сделал Джоаккино Россини, вот вы послушайте, это удивительное произведение. Мы будем слушать дуэт, и это было написано, кстати говоря, уже в конце жизни, это уже последний зрелый период творчества Джоаккино Россини. Итак, мы слушаем дуэт для виолончели и контрабаса Джоаккино Россини. Вам что? Thank you.
Замечательной музыкой полон был вот этот дуэт, трехчастная композиция большая, а более того, это замечательное виртуозное еще произведение, потому что сыграть так убедительно, чтобы слушался так контрабас, считающийся не сольным инструментом, а он действительно сольный, если в прекрасных руках. И это мы убедились. Ну и потом, конечно же, замечательная музыка. Музыка полная юмора, полная ослепительно прекрасных мелодий, как вообще очень часто мы знаем о итальянской музыке, потому что мелодии там возникают как бы вот от солнца, от моря, от этой прекрасной почвы. И действительно понятно, что именно на этой почве рождаются великие певцы, такой как Карузо, Энрико Карузо, прошедший, ну, недолгий путь, 48 лет он прожил. Но такого выразительного голоса, каким обладал Энрико Карузо, жаль, что мы не имеем, к сожалению, времени сейчас как бы вспомнить этот голос, но вы знаете этот голос прекрасный, потому что неоднократно передается, к сожалению, сейчас все реже и реже. На радиостанциях звучат прекрасные голоса. Те самые голоса, которые относятся к вот этой школе бельканто. Школа прекрасного пения. Бельканто.
же, как и русская музыка, она почти вся вот вышла как бы из этой школы тоже, потому что всегда это прекрасные, долгие, длинные, с замечательными кульминациями мелодии, как у Сергея Васильевича Рахманинова. Ведь недаром же певцы очень любят петь романсы Рахманинова, потому что в них не только прекрасная мелодия, мелодическое развитие, это прежде всего жизненные страницы, это прежде всего судьба композитора, запечатленная в звуках. И вот этих романсов у него очень много, достойнейших романсов, действительно, которые и звучат в мире сейчас. Везде наши певцы поют эти романсы замечательные. Есть такие восхитительные, как вот «Сирень», как «Ночь печальна» на стихи Ивана Алексеевича Бунина, как «Островок», как вот сейчас вы услышите «Вокалис». Это действительно гениальное произведение. И недаром не только певцы пели и поют этот вокалис, но и инструменталисты, потому что есть масса переложений для разных инструментов и фортепиано. А вы знаете, что вокалис был создан специально для Антонины Васильевны Неждановой, ей посвящен. И надо сказать, что дуэт Нежданова-Рахманинов, Рахманинов-Шаляпин, вот эти дуэты действительно являли собой совершенно удивительные, творческие дуэты, которые создавали такие для слушателей моменты наслаждения, которые даже вот и многие писатели, Иван Алексеевич Бунин об этом писал. Потому что это редкостный дар соединения двух больших величин, двух больших художников. И Антонина Васильевна с удовольствием пела, конечно, Сергей Васильевич, так как и Федор Иванович Шаляпин предпочитал лишь только, именно чтобы был у него концертмейстер, пианист, соавтор его выступления, только Сергей Васильевич Рахманинов. Я хочу вам сегодня возможность дать послушать еще одно произведение, которое мне так как-то захотелось написать в такое сочинение «Ария-вокалис», посвященный, у меня есть такой цикл пьес для разных инструментов «Романтические послания». Но вот один из циклов написан для виолончели и фортепиано, и есть версия для виолончели и арфы. Романтические послания разным композиторам. Там есть послание вот моему любимому Амадею Моцарту, послание Антонину Дворжику и послание Сергею Васильевичу Рахманину.